сделаем так. Мы сейчас пропишем, потом поменяем малый и послушаем, что лучше. В целом куске, если ты делаешь какую-то акцентовку, но не открывай. Он когда открывается, такое ощущение, что начинает оттягивать. А он и оттягивает. Да, да. Потому что у него ход большой, и он начинает сыпать его. Нормально. Давайте оставим. А тебе не нравится, что хэт не сразу? Подожди. В пустом месте он идет, между словами. Ну вот слова начинаются уже вот здесь у тебя где-то. Да, раньше начинается. Первая фраза, он на вторую фразу вступает. Да, нормально. Давайте оставим. Мне нравится.